Ребятушки мои, привет! Ну, все, давно я не была в эфире. Вот, не прекращу говорить, что от той, которая, значит, двух слов связать не может. Сколько раз я уже прочитала, что, значит, я не могу двух слов связать, да, значит, по-русски, да. Вот, опять же, неустанно повторять, что я уже 25 лет в Италии живу, но это, наверное, непростительно все равно. Все равно я мычу, там, я не знаю, там, не могу связать двух слов. Вот, хотя, например, вот сейчас я делаю видео после того, как я 3 часа уже туда вверх-вниз по горам, значит, ходила, да. Вот, и это тоже мне непростительно. Я должна всегда быть с готовой речью, с готовым текстом, да, значит, вы выносите его из карманчика и, значит, предъявлять сразу все четко отчеканено на чистый русский язык, все, значит, это по полочкам, да. Ну ладно, для тех, кому нормально мой двух слов связать не могу. В общем, я, короче, смотрите, сегодня мы 3-й раз уже поднимаемся, значит, получается, тренировочка такая вверх-вниз. Сейчас он меня все-таки затащил на гору. То есть мы в этом году еще практически на прям пике. Мы были Пунта Альта Лучи, да, но я там не делала видео для Ютуба. Вот. Но там все равно не было вот такая прямо вот именно вот сейчас. Вот мы видите, сейчас вам переведу. Сегодня просто идеальная погода. Я хотела на той неделе делать видео. Мы ходили примерно рядом, вот здесь ходили. Но была ужасная погода и было очень холодно. А сейчас вот здесь мы стоим, кстати, вообще нет ветра. Вот внизу немножко, на 300 метров внизу, там, значит, ветер очень сильный, холодно. А тут вот просто идеальная вообще погода. В общем, я сейчас вам переведу, покажу, как мы стоим. Вот, посмотрите. Видите, это наша Монте-Роза, как она все видна. Сегодня все видны его эти 4000-ники. А это Червино. Смотрите, как видно Червино. Поглядите. Так вот, чтобы вот так вот он виден был. Никогда такого в жизни не было. Нифига себе. Я извиняюсь, у меня, конечно, сегодня нет вот этого вот селфи-палки, чтобы хорошо держать. Приходится держать вот так вот. А вот там вот Монте-Бьянко. Ну, Монте-Бьянко я вам тогда снимала, когда ходили на этот, на 3000 тоже. Это мы не очень высокая гора. Это 3... Ой, 3. Это 3, да. Это 2550. Вот. Вот видите, там снег. Вот, видите, там снег. Вот это. Сейчас вам покажу, где только что мы были. Вот видите, вот показатель того, что это, значит, гора у нас, да, тут. Это вот Мадонна стоит. То есть это пик, так называемый. Посмотрите, я сейчас наконец просто здесь сразу же идет. Смотрите. Видите? 2523. А мы уже были, блин, и на 2400, спустились на 2200, потом поднялись снова на 2400, спустились опять на 2100, подняли. Представляете, сколько мы наборов высоты сегодня сделали? 3 раза. И вот сейчас он меня все-таки затащил. О, бляха-муха. Это, на эту гору, блин, я все-таки должна снять, мне кажется, спуск, но это просто... А ты сенти, пой, когда шиндиамо... registrare la discesa per me solo che io non ce l'ho il coso ora ti senti tenere così che devi diciamo essere più va bene on sdelet ah questo è Червино vedi che riconosciuto короче это вот где вот стоит сейчас Аида вот где это вот мы там где-то. Вот там вот, где вот гребень, вот тот вот. Вот мы там только что недавно были. Но это уже кажется как бы даже внизу. А потом, посмотрите, вот мы, вот видите там домик. Вот мы туда спускались. Я хотела вам там снять видео. Он очень отсюда... Ну как, 300 метров вниз получается. Если 2500, там 2200, где мы были до этого. 300 метров всего, кажется, блин, вообще. Ну просто... Ну блин, Аида, отойди чуть-чуть. Аидушка. Аида, отойди чуть-чуть. Дай мне пройти. Дай мне пройти. Право. Вот. Вот там, видите, были? Вот. И вот практически вот эту гору мы перешли. Видите? Чего она так зарала? До этого молчала, сидела, тут зарала, блин. Вот. А, да, и вот там вот эти вот озера, вот. Ой, ну там красота. Жалко, что у меня нет селфи-палки. Вот, посмотрите, 2 озера. И вот мы там внизу были, мы до этого озера спускались вниз. До этого, прям с горы.
видите, какая рябь красивая. Там все вот эти полоски, это вот, видите, это все вот эти синтьеры, эти тропинки, по которым можно ходить. Видите? Второе озеро. Блин, немножко покруживается голова, блин. Стоять страшно, потому что, ну вот, я не скажи, что ты стоишь вот на как сказать, на пике. Я все сразу начинаю дрожать, трястись, у меня сразу вот судороги в ногах. Вот, посмотрите, какой кривой растущий домик из земли, посмотрите. Сейчас посмотрим поближе. Посмотрите. Смотрите, как он, да? Вот, прям так построили, абсолютно, да, как бы в землю неровно, да, посмотрите, вот так надо было строить, причем на высоте 2-300, видите, там тоже идут синтьеры эти, зигзаги, видите, вода сделала, да. Вот это я не знаю, сейчас у него спрошу, что это за гора, это Монблан. А просто в тот раз, когда я вам снимала Монблан, вот Червина не было видно, потому что... Не потому что была плохая погода, а потому что это не там. В общем, мы не стояли как бы в таком положении, знаете, никогда не всегда видно. Вот. И вот мы не знаем, мы тут на каждом уже пике, наверное, сидели, вот здесь, наверное, не сидели еще. То есть мы все время, мы все лето вот по этим, блин, гребням ходим и снимаем, блин, или не снимаем, в смысле... И делаем вот эти дезуровни. Вот этот гребень, вот этот мне очень нравится. Вот там мы только что были. Я сделала фотки, чтобы показать, насколько это наклонено. Это истинно наша стена. Вот это. Она стена, это не гора какая-то. Это стена, которая разделяет вот две как бы половинки. Вот. Но я фотки сделала, может быть, там. Я в Телеграме обязательно их выставлю. Если кому интересно, сходите, посмотрите. Вот. Ну, в общем, ребятушки... Наконец-таки вот я сделала видео, наконец-таки я все-таки поднялась на... Потому что я все время поднимаюсь на Колли, я вам уже объясняла, Колли это холм, ну как холм, это как бы на вершине горы, но это не пик. Потому что я вам говорила, что есть пик, который называется Пунта, есть Колли, есть кресты вот эти вот, гребни вот эти вот, да, вот, то есть... В общем, я дошла, сделала даже видео вам, всего там на 7 минут, конечно. Но я говорю, что я побольше бы сделала, но у меня это и не то. Селфи. Но он сейчас вам спуск заснимет, и вы увидите, какое это, что это вообще, где я. А то люди мне говорят, да ты ничего такого не делаешь. А, еще Лена меня спросила, вот как вот вы, с какого снаряжения? Вот, че, кулькуна мя кесто, ке... Эквипиджаменту, но че объяму, прикадьяму кози альто. Но стык, наше это, как сказать, снаряжение, вот, вот, трусы, видите, вот наше снаряжение, потому что с ним, во-первых, он альпинист, хрен с ним что-нибудь, какую-нибудь хоть каску я иногда хочу, но как бы приходится залезать и руками просто, лезешь руками, понимаете, вот. Судиченда, кету ми фай фаре, рампикаре коли мани, че, мани нуди, че. Понимаете, вот, поэтому... Как... Йо, вистока, анка траил часу на конгуанте, анка вертикали кайфану. Я говорю, что он говорит, в следующий раз тебе дам перчатки. Я говорю, так есть, вот даже соревнования сейчас были, вертикали, которые... Я его научила это. Избушка на курьих ножках. Он очень долго изучал. Выговорить он не может, конечно. Но изучил, что это, что ему понравилось этот наш домик такой, да? Бабки-ёшки. Короче, ладно. Пока я сейчас с вами прощаюсь. Вот, еще раз покажу вам розу. Это шикарнейшую, я обожаю ее. Когда такое еще такая погода, да? Все просто, ну, мельчайше. Довы лиском, себе да лиском. Лиском. Лискам. Для меня все одинаковые эти пункты. Там он просто все различает. Вот это, видите, вот эта вся полоса, да, где снег. Там. Эй, Довы. Вот это вот пик Монте-Розы. То есть это все вот это вот, все белое, это Монте-Роза, да? А вот пик, видите? Вот. Никогда не виден, говорит. Видите, все не видно. О, пошел ветер. А вот это, а мне вот почему-то Червина. Меня Червина просто убивает. Червина вообще такая красавица. Ну, самими Червина меня не попьем. Ладно, все, пошла. Я чуть-чуть покушаю, там перекушу. Okay.
Вот. Еще раз показываю. Вот видите, мы в таком котловане стоим, да, все окружены горами тут. Ладно, ребятушки, пока-пока. Посмотрим, если он снимет хотя бы спуск с этой горы. Потому что потом спуск я могла бы сама снимать. Но хотя бы спуск с этой горы, чтобы вы посмотрели, в каких условиях мы работаем, да. Вот. В общем, все. Пока-пока.